Доброе утро. Сегодня 25 декабря. Я взяла вот эту камеру. У меня фруктовый салат. Одна белая шоколадка. И зеленый чай сегодня утром. Я решила пить с мятой, имбирем и лимоном. И хотела... Прилетели попугаи. Они так орали. Их трое. Они вот сейчас вот сидят на пальме, на ближайшей. Хотела этой поснимать камерой, а они пишут, как-то заблокировано. Я ничего не поняла. Я вчера снимала на пляже, так хорошо снимала. Вон они, вот я бы сейчас приблизила. Что же делать-то? Почему заблокировалась карта? Непонятно. Ой, какие хорошенькие. Что же делать? Все, улетели. Как жалко. Ну вот 25 декабря. Папа, wake up. Let's go to the church. What's that call? 7, I think. Просыпайся, говорю, пошли в церковь. Mama, why don't we have to go? I don't know. I slept myself long time. No, no. No, чё, говорит, меня не разбудило? Papa, this is not proper chai. Mm-hmm. Would you like green chai or you want Indian masala chai? Anything. I have green. Доброе утро. Morning, доброе утро. Сегодня Christmas, 25 декабря. Вечером я спать рано ложусь, я не могла на вечернюю службу пойти. Вот. А на утреннюю мы хотим сходить. Я одела белое платьишко, но Саша говорит, ты увидишь, что они используют яркие, сияющие одежды, золотые, серебряные. Мужчины в красивых костюмах. Все идут на службу в церковь. Капут, байк из капут. Его можно покрасить серебрянкой, он будет красивый. Да. Саши говорит. I saw in dream we are making a big house. We are just coming with all the bricks. Ага. Our house. No. Он видел во сне, что приехала машина с кирпичами. Мы строили свой новый дом. New auto machine. И новая большая машина приехала. А я ему рассказала про попугаев, то он не успел посмотреть. Я говорю, Саши, три огромных попугая прилетели. Они кружились, веселились. Он говорит, это Иисус Христос нам прислал. В честь Рождества. Вот такой утренний подарок. Я правда такого никогда не видела. Нам никогда не прилетали. И вот на Рождество такой подарок. Здорово. Рамболь Плаза. Бич Ресорт. Вот недалеко от нас. Меня спрашивали, скажите про какие-нибудь неплохие ресортики. Ну, вот не знаю, может, вот этот хороший. Я считаю, что неплохой. Там 2 с чем-то тысячи, по-моему, ночь стоит. Должно быть нормально. А чего, малыш еще не родился, все пустое. И снеговичок. Сразу обозначили и Рождество, и... Новый год. Вот у них, вот они каждый год обновляют эту композицию из яиц. Ой, мама, ой. Да господи, шорк-шорк меня за ногу. Правильно, правильно. Ну я поняла, он хотел поиграться с моими вот этими вот уголочками. Да, мы не должны опоздать на церемонию. Давай, давай, давай. Мама ready for church. What time now? 7. 7 минут до 8. Без 7-8. Люди вон едут. Все красивые. Торговля будет.
и благотворительность. Там надо будет что-то покупать, чтобы они потом потратили эти деньги. Самодельные игрушки дети делают, какие-то вещи. И типа как благотворительный базар такой. Ух ты, елочка в колпачке. Первый раз такое вижу. Сидели полслужбы, там идет проповедь, но мы не понимаем языка. Живая. Darling, which language he speaking? А? Марати? Местный язык, он думает, что он на местном языке говорит. Пошли, ага. Как елочку задекорировали. Все вентиляторы работают. Да, пошли, попробуем. Там жарко внутри. So many older people sitting who know more than him about life. You know? Да. Hello. Привет. О, стадион школы превратили пока что в стояночку, да, потому что некуда ставить машины. Happy Christmas. Сделано из пластиковых бутылочек. Вот это вот вырезано, покрашено. Порезали бутылки. Вот так. Здорово. Творческое. And happy new year. And happy new year.
творческое начало. Из такой ерунды в сетку запихали эти бутылки резаные, с той стороны крышечками прикрутили. И не надо никаких дорогостоящих. Мама, happy birthday to you. Ну рано еще, Орли. Come on, New Year, New Year. I will give you your Christmas cap. Yeah, not now. Не сейчас? Хотим позавтракать. Может быть, кафе уже открылось, вот это вот. Thank you. Какой хлеб-то дали, булочку такую. Надо чаечек заказать к такому хлебу. Merry Christmas. Отлично. Вкусный какой. Very tasty омлет. Масала. А смотрите, как звездочки они задекорировали. Сюда приклеили пенопластовые шарики крашеные. Но это просто сделано. Дети, наверное, делали. Блестящая. Это такая из белой бумаги. А вот какая звезда интересная. Из пальмовых вот этих веточек, из которых мы делали елочку. Ну и там... Я думаю, это подарки. Произведение детей. Ага. Цветочек он мне нашел. Да, наверное, школьники сделали звездочки. Скорее всего, этот кропотливый труд был сделан детишками. Пошли. Вон Дед Мороз. Ой-ой-ой. Мы что ли мешаем? Нет, там еще машин. В церкви служба еще идет. Ну, здесь, как всегда, рождественская инсталляция. Вот младенчик лежит. Уже собрали, что ли, мусор? А мы тоже хотим мусор выкинуть. Так рано. Санта-Клаус lost cap. Какой-то растеряшка. Санта-Клаус потерял свою шапочку. Ночью, наверное, слетела. Катаются на байках Санта-Клаусы. We'll show you Kingfisher. The beautiful, beautiful. Посмотри, Kingfisher. Ой, боже, как жалко, что у меня сейчас нет той камеры. Огромный такой Kingfisher. Саша идет, покажи мне Кингфишера, покажи Кингфишера. Я говорю, утром были попугаи. Он говорит, что ты меня не разбудил? Я говорю, сейчас будет тебе Кингфишер. Прямо уверена была, что на этих проводах будет ему Кингфишер. Прекрасная птичка, такая красивая, такая яркая. They like alone, they monks. Почему, говорит, они всегда одни? Почему эти птички всегда одни, одинокие? Я говорю, они монахи, наверное. Упала палочка. Хорошо, что за шаг до Саши, не по голове ему. Какой красивый верблюдик. Good morning. Хорошо, давай, good morning. Хорошо. Давай, говорит. А палкой по голове моему мужу чуть не дали. Началась. Саши уже взапрел. И мне надо банданочку скорее бежать одевать свою. Вот тайм. Ten after nine.
10 минут 10. Уже жара. Аджа. Merry Christmas! Это наш Вильям. Он и таксист. У него и апартаменты в аренду. У него и магазин. На все руки мастер. Merry Christmas! Возвращаются наши со службы и кричат. They saw us in the church, probably. Да, they saw us in the church. They see, she sit near you. Она сидела рядом с тобой. Почему-то на мужской стороне. Там разделено. Где-то человек... Здрасте, Merry Christmas. 300 человек где-то церковь это вмещает. И эта хозяюшка того магазина сидела рядом с ним. И сейчас они быстро возвращаются. Работать же надо. О, home, home, sweet home.